Тверское общество с ограниченной ответственностью ПТП-1 переходит в региональную собственность. Муниципалитет передал 100% доли в уставном капитале общества, а также земельные участки, используемые предприятием. Такое решение приняли на внеочередном заседании Тверской городской думы. Об этом смотрите сюжет прямо сейчас. С обращением о передаче активов в администрацию Твери обратилось областное правительство. Смена собственника происходит в рамках реформы пассажирских перевозок и, по мнению инициаторов решения, должна стать очередным шагом в развитии новой транспортной модели, запуск которой произошел в Твери в феврале этого года. Помимо доли города в уставном капитале, в собственность региона должны перейти и земли, которые ранее использовали для поддержки и функционирования транспортной инфраструктуры. Мы понимаем, что не может транспорт функционировать без инфраструктуры. Поэтому мы вот сегодня на заседании Думы приняли решение передать то имущество, которое было у нас у ПТП-1 и которое обеспечивало транспорт города, той организации, которая и сейчас в данный момент обеспечивает транспортом наш город. Помимо этого, депутаты согласовали установку скульптурной композиции, посвященной советскому и российскому поэту Андрею Дементьеву. Депутаты Тверской городской думы приняли решение большинством голосов. Памятник планируется установить его на берегу Волги. Как мы видели, значит, памятник будет стоять в такой аллее, где около него будут лавочки. Установка памятника планируется к концу года. Автор композиции – скульптор Андрей Ковальчук. Сам памятник будет представлять собой бронзовую скульптуру поэта, любующегося волжскими просторами, и двух гранитных стел.